Чем антигерои «Дорожных войн» отличаются от героев? Тем, что правила знают и всегда нарушают. Конечно, наказание грядет, судьба накажет, закон обяжет. Но неужели надо было доводить мотор до белого коления? И до возмездия за преступление. Стопудово это была ошибка всей жизни. Они это поняли, но очень поздно. А вот у вас есть шанс посмотреть, не делать и снова посмотреть. Нашим кино, сестрицы и братцы, годами можно наслаждаться. Мы класс покажем вне сомнения, подбросив пищу к размышлению. Дорожные противостояния всегда нужно рассматривать с двух ракурсов и под разными углами, как этот классический инцидент возле шашлычной. Водитель малолитражки применил перцовую смесь против владельца статусного внедорожника. Свидетели происшествия позлорадствовали над слезами агрессора и одобрили действия газовщика. Так и надо. А давайте теперь рассмотрим конфликт вблизи. Возможно, там не все однозначно, и мужик из внедорожника пострадал зря. Ты че, гнида? Ты че? Посмотрели и... Нет, получил за дело. Справа подрезал, потом блокировал слева и на свое попадание в струю наработал с запасом. Но как бы мы это узнали, если бы не всесторонний глубокий анализ? Ты че, ты лезет? Не так давно в Новосибирске сама собой поехала маршрутка. Никого не задавила на оживленном перекрестке. Хотя, кажется, водитель успел заскочить в бусик в самый последний миг. Важно то, что пешеходы ничему не удивлялись. Вовремя сгруппировались и пошли только тогда, когда чудак уперся в знак. Вот что значит горький опыт. А если прохожие топят через зебру бесстрашно, значит, что-то тут не то. И оно притаилось рядышком в ожидании очередного лихача. В отличие от пешеходов, бывалые вроде бы водители иногда неприятно удивляют своей невнимательностью и неумением разглядеть суть проблемы за петербургским трамваем. Оренбургские водительницы тоже иногда удивляют. Но им, молодым и красивым, простительно. «Пропустите даму с сигареткой», — написал поэт однажды метко. А мудрые автоэксперты говорят, не так страшно само колесо, как то, от чего колесо отлетело, потому что оно не приходит одно. Понятно, что дело не в колесах, да хоть вообще без них. Главное на дороге жизни – смотреть в оба, оглядываясь назад, но в первую очередь зыркая вперед, иначе наше вам с прицепом. Зоркость, бдительность, умение разглядеть во впереди идущем ябеду с камерой наблюдения сохранит не только здоровье, но и деньги. Наши авторы показывают. Камера на этой штуке стоит спереди и сзаду и повернута чисто на разделительную разметку. Вот, а в кабине, в салоне у него стоит экран. И в экране прям четко видно, что спереди едет, когда обгоняет, завершает обгон, и кто сзаду. Героев и антигероев дорог такими, как есть на самом деле, немного смешными и удивительными созданиями. Это одно из потрясающих открытий, которые рушат уютный мирок и антресольный уголок. Оно помогает снять розовые очки, взглянуть правде в глаза и обнаружить, что за углом ждет, как минимум, кот. Поэтому милости просим в дом дорожных войн. Ждем вас в уютной гостиной после трудового дня. Надеемся, вы успели забежать перед закрытием в супермаркет и прихватить последнюю закладку чего-нибудь холодного, безалкогольного.
А даже если нет, все равно подгребайте сюда и присаживайтесь поудобнее. А что она забыла? Ну, она плывет. Смело окунайтесь в море страстей. Мы, как всегда, рядом. Держим руку на пульсе, на голове и в ухе. Так что ныряйте без оглядки. Все равно здесь не глубоко. Сердечно приветствуем и говорим искреннее человеческое и кошачье спасибо всем, кто поучаствовал в создании нашего документального блокбастера. Кумиры сети поставили армию поклонников на ноги и достигли потолка возможностей. Пробудили как минимум одного неравнодушного и второго веселого. Они повели за собой голубей мира. Ну, если не всего мира, то хотя бы этого района. И если не повели, так утянули. Быстро и ловко, как песик морковку. И молодую хозяйку-чертовку. Со своим зрителем, сетевым кумиром, тоже повезло. Он дядя непривередливый и предсказуемый. Требует, как обычно, хлеба и зрелищ, красивых и дармовых. На крайняк и пицца с доставкой сгодится. А вот со зрелищем сложнее. Нужно найти такой ракурс, чтоб нравился не только неравнодушному зрителю, но и всевидящей зрительнице. А она может расценить взгляд как пощечину общественному мнению, супругу-шалуну, задаваке-пацану и веселому слону. Такая пощечина может ударить в голову похлеще шампанского. Как именинник лицом в торт. Незнакомый прохожий бородой в бак. Озорная автоледи умудрилась в знак. Шустрая детка гаджетом об стул. Попрыгун головой в багажник. Кузовок в лобовое. Колесо в бампер. Бутылек об забор. Раскрученный атлет об стену. Душой и телом. Бейсболист в подающего. Футболист в принимающего. Принимающий снимающего. Гонщик растяпа капотом об стол. А подытожит тему кот. Возьмет и столик разобьет. Ведь знали же, что он бандит. Кричит об этом внешний вид. Обманчиво его обличье. Все мысли только о добыче. А нам важно, чтоб было что показать искушенному зрителю. Если зрелище достойное, ракурс выгодный, а глаз наметан, то даже суровый наставник скажет: «Пардон, не боксом единым живет чемпион». Красотку весь мир заценил. Был образ мил, но тут же сплыл. Прошел по кадру крокодил. Зубастик может без сомнения испортить кадр и день рождения. И в самом деле, что за бред? С Геннадием фотопортрет? Но дело вовсе не в зубасе, а в той, что шествует по трассе. Ведь красотища — это сила, с пути прямого многих сбила. Не хватит красоты одной, собьет противника ногой. В боях без правил стиль такой. Мораль истории очевидна. Даже самое яркое и волнующее зрелище не должно отвлекать нас с вами от главного – дороги и того, что припарковано рядом с ней. Смотрите сразу после рекламы. Что это было?
Тайны наших и не наших дорог. Или информация к размышлению и курица на сидении. Безумие и отвага. Чудом выжил бедолага. Природа не виновата. Не надо было гнать, ребята. Зоркость, бдительность, осторожность – вот что спасает путника от неминуемой гибели. Даже если затаившийся у дороги хищник настроен миролюбиво, кто знает, что у него в голове и под шерстью. Да будь он самым человечным из медведей. Или вообще, человеком в медвежьей шкуре. Кто рискнет проверять и ждать, пока Мишка покажет истинное лицо? На дороге жизни нравы суровы, а закон – тайга. Пришла беда, беги, балда, смена окончена. Лучше оглянись, мужик, где-то здесь еще был бык. Едва заметить удалось, что проскочил по кадру лось. Вот так медленно и незаметно мы подкатили к дорожной теме и работающему асфальтоукладчику. А по-другому и быть не может. Повелители трасс с трудом прокладывают путь к славе через тернии, бурьяны и заросшие газоны. Показывая плохой пример и поучительный сюжет о том, что выхода нет. Они отягощены сомнениями и грузом знаний, поднакопленных в пути. Их одолевает усталость и терзает полиция. Ой, Флаго! Ой, там ты и ту. А спесивые попутчики подбрасывают проблем, пищу для размышления и курицу на сиденье, намекая, что кое-кто чужой на празднике жизни. Не мудрено, что некоторые при таких раскладах становятся на скользкую дорожку. Ловят нежданчик с эффектом аквапланирования, теряют сцепление и сбиваются с пути вместе с элементами отбойника. Это печально, но хуже всего то, что зачастую под удар попадают ни в чем не повинные участники дорожного движения. Хорошо, что у деда был порох в пороховницах, и сумел он уклониться. Но разве сумеешь, если беда прилетает сзади? А даже если не сзади, попробуй тут увернись. Шансов ноль, кошмар и боль. Быстрые, беспощадные, безголовые лихачи преграждают путь. И для них не важно, что гололед, светофор, перекресток, пробка. Главное успеть. Увы, они успевают, за живое задевают. И возникает вопрос, все ли нормально? Все нормально. А главное, что с этим теперь делать? Пусть даже надвигался он не быстро, но куда от такого деваться? В лучшем случае успеешь любимой сообщить, что сейчас прилетит. Разойтись по-хорошему с общественным транспортом, ой, как непросто. Будь трижды Супер Марио. Или любой другой мультяшный герой. Улететь от действительности и опасности на шариках могут только персонажи голливудских сказок. А реальные супергерои, если летают, то на самолетах. Или на специальных тележках, и то. Только после пробежки. В ситуациях со скользкой трассой нужно, братцы, разбираться. Во-первых, не причитать, а спасать и помогать.
Во-вторых, нужно искать выход, который в критический момент откроет фотоэлемент. Сложное положение, как ночной клуб. Попадают в него одинаково, а выходят по-разному. Успел счастливчику вернуться, сгруппироваться, кувыркнуться, чтоб в миг опасности тот самый нас увести на блок рекламы. Смотрите сразу после рекламы. Как обычно, горячи, в объективе лихачи. Коварные, дерзкие, глупые и мерзкие. Опять тут как тут, идут и бегут. Пронесло! Пронесло! И, конечно, хит-парад. Веселись и стар, и млад. Нет, нет, нет! Нужно вовремя заметить момент открытия и вцепиться в свой шанс крепко двумя руками, чтобы продержаться до прибытия подмоги. Или дождаться, когда у водителя машинки, который ехал без прав, не закончатся силы и топливо. Миссия опасная, но китайским полицейским к опасностям не привыкать. Будет схвачен дерзкий тать. Его удел в носках лежать. Не привыкать гибким бедняжкам. Корячиться весь день в растяжку. Контроль скорости. А возвращаясь к ситуациям на скользких трассах, то тут рецепт успеха прост. Контроль скорости. И вовремя переобутая тачка. Зима, как правило, приходит не сразу, а ползет тихо-тихо. Вначале прилетает холодный ветер, матрасы улетают в теплые края. Потом приходит ненастье, и люди прячут свои коченевшие машины под теплыми ивановскими коврами, детскими одеялами и ударостойкими телами. Такую погоду не то что купаться не хочется, но и на улицу выходить. Но, видимо, все-таки придется выглянуть через крышу. Тому, кто вовремя распознал наступление холодов и ветка в руки. А если нет... Грядет день, час и миг жестокий, как снежный ад Владивостока. И надо выехать мужчине на летней сто пудов резине. И вроде времени хватало, шиномонтаж повсюду валом. Но только лишь зима настала, он выпал из универсала. Беспечность – вот залог провала. Как говорят эксперты по безопасности, пламенный мотор – хорошо, но оловянный корпус – плохо. Чуть газанет – и все потечет. И зря с огнем играл дурак, воспламеняя бензобак. Не гнал бы он во весь опор. Судьбой играючи на спор. Век короток, как светофор. Зеленый свет горит лишь миг. И рухнул байкер-озорник. Наблюдая за приключениями автохулиганов, мы волей-неволей задаемся вопросом, а стоит ли из-за пустякового штрафа крушить стереотипы и полицейские авто? Все равно ведь поймают. Само существование такого явления, как лихач, загадка столетия, казалось бы, зачем гнать? Одно неверное движение, и все, труба, и фонарь, а то и два.
Так нет, надо лететь наперекор, наперерез, в замес и в лес. Попадая одновременно в объектив и в столб, на котором объектив установлен. Все ведь знают, на желтый сигнал ехать не стоит. Но как минимум двое это предупреждение игнорируют. Или один прет в потоке, а другой идет ему навстречу, напролом с рюкзачком. Еще один не соблюдает дистанцию или не смотрит вперед. И в трафике угла дает. Не уступает дорогу. Под колеса бросается, а потом возмущается. Вот дура-то какая, а! Вот дура! Или подло скрывается, напугав дерзким маневром такси, которое по всем правилам пересекало перекресток на разрешающий сигнал. Или как-то вот так, с толку сбив людей и знак. Вот насмотревшись на весь этот беспредел, погорюешь и придешь к выводу. Какое же это мастерство уметь вовремя остановиться. Пронесло! Пронесло! Кто тише едет, тот попадает в хит-парад. Как ростовский таксист, которому не до лихачества. Он трудится, не жалея себя, колеса и подвеску. Что ты понимаешь в бизнесе? Учись, детка. Осторожность никому не повредит, кроме капота, добавляет «Автоледи», отчаяние которой достойно второй строчки дорожного хит-парада. И сопоставимо только с искренней радостью маленького пассажира, отец которого только что приобрел новенькое красное авто. Салют, непоседа! Это победа и свадьба соседа!